Красная эстафета, посвященная памяти павших при исполнении служебного долга, проводится с 1950 года. Правоохранители чтят их память и соблюдают все традиции ведомства. Так, накануне здесь же, в парке Валя Морилор, они зажгли свечи, чтобы отдать дань погибшим в ходе боевых действий в 1992 году. И еще раз сказать, герои не умирают. Наталья Чайковская, Вячеслав Котин, Павел Воскобой, «Ведомости».